известные и знаменитые. Жителям Могилевщины открываются забытые имена модернистов и авангардистов. В Могилевском художественном музее имени Павла Масленникова «Белгазпромбанк» представил работы художников Парижской школы. Корпоративная коллекция банка насчитывает более сотни произведений искусства и книгопечатания, а в областном центре можно увидеть работы наших земляков, уроженцев Могилева, Чаус и Мстиславля, которые стали знаменитыми художниками. Действительно, мы хотели познакомить жителей Могилева и всей Могилевской области с творчеством их знаменитых уроженцев и земляков, которые, как и указано в названии выставки, к сожалению, еще неизвестны у себя на родине, но очень знамениты за рубежом. Три художника представлены на этой выставке. Большая часть работ – авторство Абрама Моназона, который родился в Могилеве в 1914 году. Художник-экспрессионист, чей талант был признан только в конце жизни. Он уехал в Москву, прошел войну, но за неверное изображение вождя на картине «Ленин и дети» его исключили из Союза художников, и Моназон рисовал стол. Иначе сложились судьбы двух других художников, чьи работы представлены в Могилеве. В начале 20 века в Париж из белорусских местечек и городов уезжали на учебу десятки талантливых молодых людей в надежде стать известными. Уезжали прежде всего евреи, которым нечего было терять в России в черте оседлости. Так поступил Леон Эндельбаум, который родился в Чаусах в семье портного. Он стал скульптором, уехал в Париж, жил в коммуналке художников Улей. Модильяни писал его портрет. Барельеф его авторства «Музыканты и антилопы» уже в наше время был продан более чем за 3,5 миллиона евро, что стало рекордом для скульптуры 20 века. Уроженец Мстиславля Абрам Маневич отправился не в Париж, а в Мюнхен. Художник-модернист в итоге поселился в США, и его работы, кстати, нравились Эйнштейну. Вот такие имена открывает новая выставка. В Могилевском художественном музее традиционно поддерживают и продвигают художников-реалистов, но в 21 веке зритель интересуется всем многообразием стилей и видов изобразительного искусства. Возвращение забытых имен мы следуем тем же путем, потому что у нас наши международные пленэры мы посвящаем тоже именам забытым и, может быть, даже утраченным в какой-то степени. Мы возвращаем Адриана Прахова, Генина. В прошлом году Федора Тулова, возрождена его могила, сделана экспозиция, мы установим мемориальная доска, поэтому нам близка эта идея. Открытие выставки собрало много гостей. Итак, выставка «Неизвестная и знаменитая» открыта и будет работать целый месяц. Кстати, здесь состоялась и премьера. Картина «Капри» Абрама Маневича, написанная в 1910-х годах, выставляется впервые в Беларуси. Это одно из последних приобретений банка. На сегодняшний день в коллекции 114 экспонатов, и сегодня она действительно впервые представляется широкой аудитории. И еще. Больше сотни лет назад в этом здании размещался поземельно-крестьянский банк. Теперь, когда в нем музей, уже другой банк представляет здесь свою коллекцию, став партнером в деле развития культуры и искусства Беларуси.